Но... Бля, ну три шама тоже беда, да. Да не, три шама нормально будет. Просто... Да не, нормально будет, нормально. Единственное, что если профа брать, то тут как бы не будет на кукле этой хуйни, как она называется. Регена. Хорошая кукла без хуйни нормально справляется. Да, там так-то и без ру можно. Просто чуть позже залетит плевок и все. Я вам не самый хватит сейчас. Так. Чек сейчас, чтобы все были тут, что на разроле. Если выиграете, то пейпешите. Я так всего не закину. Там я устал и выиграл, а так-то. 88. Войт у нас сыром? Нет, если тело есть какое-то. Ну, сейчас поищем. Слышь? После разрола. Поищем людей. Мне кажется, мы этим составом нихуя не убьем. Ну, вместо слабых депойсеров поищем посильнее и попробуем. Понял. Если у тебя есть там кто, то вала и бьет, там двора не слоняется. О, нет. Сейчас разролим пока. Типа на уф. Угу. Давай, обмен, Петя. Ну, я про перчатки. Обмен звездочки. Ну, плечи я рулить не буду, если уже не нужны никому. Тогда можно. Так, танку. Плечо тебе надо, да? Ну ладно. Если кому-то надо плечо там, Петя, может тебе надо? Не, не надо. Так, кольцо, крит, дух, шанишка. Тут, в принципе, никому не надо, кроме тебя, наверное. Обмен звездочки, шанишка. Так, плечи на танка. Может кому-то надо на офспек. У нас потому что Т4. Так, танку. Ебать, кто там ложками бьет? Кольцо. Силовое хорошее. С кораблей. Тебе надо оно? Нет. А, тогда на оф. На оф заберу. Ебать, давай еще раз.
Тапки. Я на совесть такими гоняю. Труда же типа нов. Так, ты, Петя, на оф. Ага. 2 по 43 еще раз кидайте. Десовый. ДК, маг, друид, рога. Ты 10 не носим. Флаффи будешь носить, нет? Или просто так кинул ролл? Подожди, но Мишка это танк, ты кот. На мейн, на мейн. Что он идет, там и отдавай. Ты перчатки будешь брать? Короче, ты просто так забираешь или что? Ты 10? Нет. Ладно, хуй с ним. А у него ж минус 20 кролов. И все равно этого хватает, чтобы забрать. И второй ролич. Ну, минус 20, 69 получается. Все. Так что, блядь. Блядь, сочный, что ты там делаешь? Сочный кекс 71. Да, это я отдал. 71 сочный кекс, вон. Плащ. Ну это эрдрух и прист. Покажи, тут она. Так, шанишка. Штаны хорошие, скорость, меткость, тканевые. Энхи, ханты. Шнурки, блядь, ты чё курил? У меня полупа шнурка. Энховские шмотки ролишь, да? Так, стреля. На танка.
На уфроте там танкам не надо. А, танку надо. Отмена. Запы. Шанечка, ты где? Хиловское кольцо, крит МП5. Если какая-то хуйня на вас одета, можно за роль. Флаффи, у тебя же хила нету. Ну, первый приоритет в этот, стреля идет. А, стреляно. Стреляно мы. Стреляно по мейну идет. Ты же Флаффи нахер, мастер, блядь, у него все есть. Красавчик, бля, ёпта, да. Не, вторые, третьи спеки после первого только. Шапка на это, на милика, если кому-то надо меткость добить. Не, не надо. Там Рога 254 пишет. Здесь? Кто-кто пишет? Рога 254. Угу, заебись. Чё, на ДПСе заебись? Не знаю, сейчас пишу. Перчи тоже никому не надо, да? Тогда замы кожи. Рольки там на ов кому надо. Да даже на ов. О. В это тебе не нужны пер... А, да, это перчи. А чё, как ты... Я думал, на мейн спек сперва. Ты на мейн наденешь их? Ну да, у меня такие же, смотри, только 251. А, ну давай тогда на мейн. Давай на мейн. Танки. Танки, хилы и, блядь, РДД. Это что ты кинул, бро? Ой, то есть на этот. На что? Запад. Блять, а я кому их сейчас только что отдал? Не тебе разве? Нет. Хуй знает, кому-то отдал, короче, не заметил даже, кто это был. Ну ладно. Да, если я Рогу доберу. А кому я отдал? А, Курлыкс тебе, что ли, сука? Вы две совы одинаковые просто. Так я же вроде сейчас. Ну Курлыкс вон, Курлыкса. Так, мейлбол. Так, ну это была последняя шмотка. Теперь смотрите, кто хочет ждать, пока добирать будем кого-то посильнее. Те оставайтесь, ну на какое-то время там, будет ясно, доберем, не доберем, может 15-20 минут. Вот. Если у кого-то времени нет, можете быть свободны. Вот, ты скажи, кого заменять будешь просто. Чтоб ну, уже... Хазибир слабенький ДПС, потом кто еще? Петя. Вон, я устала, ушла. Так, Вердиш. Вердиш, я не помню, сколько дает. На сурке я не помню, сколько он давал. Так, остальные вроде пока сидят. Не, Вердиша не было на этом, на сурке. Его добрали, по-моему. А, ты был, блядь? Ну-ка. 15 тысяч нормально, блядь, должно быть на профи.
Ну тут медики потеряют ДПС на профи вообще. Как я, так точно на роге. Да, минут 15-20 курить там. А там посмотрим. Если кто-то будет плюсовать, то может допройдем. Если нет, то разойдемся. Что-то сам по себе лут слабенький, да? Да, сука. Что-то ничего такого суперского. Всякое дерьмо попадало. Ну, параша какая-то на энх, блять. Ну, энх так вот, как бы 13 тысяч нормально. Поезд упал пройти. Там нормально. Че еще там упало? Осколок ткань. Один, блять. Это пиздец, конечно. Это не, осколки я... похуй. Я помню, их по 5 прям штук падало. Ну, за фулл рейд. 4-5. Ну, не знаю, сколько там. 25% шанс. Да не, меньше. Пиздец, копейки. Мне кажется, меньше. 25, наверное, в гере. 25% шанс. А в гере 75%. Mm-hmm. Понятно. А Шанишка, кстати, это чей-то винг. Кого? Онну. Мария. Твой муж Полинор, что ли? Это нет. Ой, нет. Нет. А это наемник с Полинором. А я дружка, которая дерево. Я знаю, что ты дружка, а этот... Подожди, Шанишка это кто? Это мой альт теперь, новый. То есть у меня Онька основной персонаж, а вот Шанишка это получается этот второй. А Хазибир тогда кто? А про который муж Полинор, это Наёми. Это я понял. А Хазибир тогда это чей был перс? А это, по-моему, не альт, это в смысле родной персонаж. Сейчас, ну-ка, почитаю. Это новый игрок. Да, это Саска. ДП оф ДС. Это смотря основной персонаж. Ну, ты видишь, такие персы как бы целка-то на фул не пронесут. Если только вагоном сильный рейд. Он тут. На три тела. Не очень сильный рейд. Все равно стол. Ну вот не знаю, что мариновать вас дальше или нет, что, блядь, никто не пишет. Миликов тут точно не надо, только РДД нужны, иначе будет пиздец. Так, 9 миликов. Только 3 РДД. Идеи вообще осталось 7 минут, и Арканавт, маг наш должен прийти. Ну, допустим, он один будет, еще 2 РДД надо. Сильных.
У нас народ подтянется. А у Зимала Эрдро нету? Я могу сам успехнуться. Да у него там без камней Эрдро, блядь. Ну пусть зачарится, пока время же не есть. Не, там шмот неподходящий совсем, там залупа. Там пиздец, 226 шмот. А по ДПС а чё? А у него вообще молот нару, ебать. Ну он кот. Ну ДПС как бы, ну, нормально для 8 боссов. Просто что он милик в коте. Залупа будет. Под РТДшку сильную. 1012 ДПС, 2 штуки. 3. Только у нас РТ будет? Вряд ли. А что ты хотел? Женя не придет, он сказал. Да и не, ничего просто. Ну тем более на Керуса надежды нет. Не отзывается тоже. Уставшая вышла. И ВБ не будет тоже сегодня. Экон неизвестно, что с ним. Ну тогда просто отдыхать. Ну да, отдых. Просто хотелось бы закрыть бы цель как бы на фул. Десятку? Да не десятку, вот сейчас этим рейдом 20. Может десятку? Десятку, я же тебе говорил, десятка закрывается сейчас, блядь, вам. Полтора часа, блядь, закрытая. Ну ты закрой. Без памяти вообще войт или нет? Может, ссылку ФГ попробовать да найти? Да не пишет нихуя. Кто? Ну, хули, квартальные боссы, это считай, да. Весь инст убит и неизвестно, пройдем, не пройдем. Да, что-то в последнее время там все как будто мертвые. Никому ничего по рейдам не надо, вообще похуй все. В норках забились и все. Ну, может, по гильдиям сидят, как бы, если гильдия есть, то что еще делать? С пугами никому не охота. Джарка, давайте от Джарка тут цепанем. Ну, он столько же даст, сколько уставшего даст. Принял, блядь, еще КД? Не принял. Да, блядь, Рога это хуйня, это милик, нахуй. Надо РДДшников. Я написал КД, чтобы не принимал пока. Наверное, лучший расход дать, потому что хули тянуть жилы. РДДшников толковых нету. Ну, либо погнали тройнем, да-да, нет-нет, потому что еще непонятно, что по стратегии. Какая разница, либо кто-то сдохнет на первой же притяжке, либо мы убьем его 23 человека, если у нас не-не, по, не, по стратегии. Даже, не-не, даже пробовать не будем, зачем? Ну, смотри сам. Кто там ЕП начислил? Ну там ЕП с Дексионой оставать сейчас ему, да, Морелло? Ну, это мне сейчас